стороне от древней традиции не остаются и знаменитости. Нешуточную закалку уже который год подряд демонстрирует Владимир Жириновский. А вместе с ним шеренги из его однопартийцев купели в Серебряном бару. Причем лидеру ЛДПР даже полотенцем растираться не надо. Он согревается, раздавая интервью. В ораторском запале Жириновский зовет с собой журналистов на следующий год купаться в самом Иордане. 18-го вылетаем и 19-го обратно. Да? Вас возьмем, самолет большой. Вот в реке Иордан. 18-го вылет.